Мещанский суд Москвы приговорил бывшего директора библиотеки украинской литературы к 4 годам условно. Уголовное преследование Натальи Шириной началось в конце 2015 года. После обысков по месту ее работы якобы были найдены признанные в России экстремистскими книги Дмитрия Карчинского. По словам коллег Шариной, эту литературу им подкинули следователи. Суд к доводам защиты не прислушался, но адвокаты планируют в ближайшее время подать апелляцию. Приговор вообще не соответствует действительности. И мне очень жаль, что все то, что было здесь на протяжении 7 месяцев, собственно говоря, ни одного довода нашего не было учтено, это первое. Но в то же время ни единого свидетельства, ни по одной статье никто в судебном разбирательстве не дал.